Всем привет! С вами Амир Гумеров. И сегодня у нас на фотосессии опять Марина Веденская. Всем привет! Марина у нас спортивно-бальная больница, как правильно сказать? Танцорша. Танцорша, нет. Потому что она не занимается бальными танцами. И так. Вообще тоже первый взрослый разряд. Да. А кто не знает Марину, кто первый раз ее видит, во-первых, вы можете посмотреть видео на нашем канале. Есть видосы. И, конечно же, перейти по ссылочкам. Марина. Да, можете Марину, как называется, лайки поставить, да. Подписаться как минимум. Ну, ты готова? Да. Начинаем. Ты можешь даже еще, наверное, скорее всего, чуть-чуть подальше отойти от арки. Чуть-чуть. От арки, наоборот, сюда. Наоборот, сюда. О, где-то да. Ну да. Да, Марина, не замирай. Да. Можно, конечно. Молодец, да. Ты можешь даже к тому краю дорожки ближе приближаться, чтобы мне арку было больше видно. Да, вот так вот. Где-то здесь, да. Хорошее место. Угу. Динамики. Так, Света, я вижу твой косяк. Где ты находишься, где Таня находится? Что ты снимаешь арку? Ты снимай Марину. Извините, пожалуйста, я тут пытаюсь научить человека снимать видео правильно, да? Молодец. Причем у меня есть предположение, что Света до сих пор далеко находится. Молодец. Никогда не используй увеличенный кадр. Это портит картинку. Всегда снимай в нормальном режиме. Если ты будешь мне мешаться, я тебе об этом скажу. Ты не переживай. Потому что лучше пусть у тебя будет хорошая картинка. И у меня будет хорошая картинка, чем только у меня. Потому что, блин, тебе тоже материал нужен. Да, портреты. Да. Освежи, говорит, волосы. Посмотри направо-налево, да. И что, сильнее направо, посмотри. Угу. А теперь можешь пенек, да. Давай. Просто профиль тоже можешь сделай. Слышишь, Марина? Профиль, покажи. Типа, вот. Ту сторону можешь также сделать, потому что от солнца непонятно как, да. Молодец, пятерка. Все, видосики. Теперь я тоже снимаю видосики, как и все девчонки. Вы снимаете, в смысле, вы снимаете, я снимаю. Нет, в смысле, слоумошки. Говорят, лайки тоже заблокировали, да? В App Store типа нету их. Ну все, значит, заблокировали. А что тебе надо еще для блокировки? Так, да. Подожди. Ты готова, так и скажи. Нет, не по диагонали. Ко мне не приближайся, не уходи, да. В одной плоскости примерно. Что, место поймала? Поехали. Молодец, пятерка. И портреты также. Погоди. Света. Ты что, под руку, освежи, говорит, освежи. Погоди, Марина, отходить нельзя. Я вот сейчас даже увидел, что из фокуса убежала. А на самом деле, я даже если ты полшага ушла, то уже, давай. Молодец.
Только опять ко мне подсадить пыталась, да? Ну нет. Пошли тенечки посмотрим. Так. Сейчас тенечки побыстрее. Посмотрим, что там получается. Марина Веденская. Подписываемся. Ставим лайки, нажимаем колокольчики. Ссылочка на Марину внизу в описании видео. Да? Обязательно заходите и подписывайтесь. Всех ждем. Все, всем пока. Всем пока.